Интернет имеет все-таки свои ограничения, но он позволяет заглянуть и в прошлое. К примеру, в то время, когда в провинции не наплодились в немеренном количестве дилерские центры. Давайте заметим очередную форму глупости. По сути, хозяев мультибрендовых салонов в Мухозапердянске всего трое. А теперь подумайте, какая тут вообще возможна конкуренция, когда каждый из этих трех продает конкурента себе же любимому. То, что мы имеем на сегодняшний день, это отстой. И отстой информационный. Без должной раскрутки выбор остается только за покупателем. А он у нас сероват как-то. То ли дело было ранее. Каждый чувак, у которого были яйца, пытался начать. Часто оказывалось, что яиц нет, и сдулись все продавцы правого руля. Сдулся Леня Брославский. Но было время, было дело. Приезжала даже радость-то наша. Первый салон, который дал дорожному патрулю, или не помню уж кому, служебные достойные иномарки. Это Мусса Моторс. Конечно, до такого уровня в провинции дело не дойдет, и лучший из лучших на более достойных уважения авто может, да и заставляет краснеть тех дилеров пластмассовых авто. Но не имея ранее возможности дать магнитогорцам возможность прокатиться на том, что никогда в то время мы бы и не увидели, а рядом с заглохшим от жадности аэропортом этого когда-то летающего города был организован покатуш-фестиваль. Не то что машины попались уникальные, просто на пару дней в нашу дыру закатила Москва. И как ни странно, не с целью бабла ломануть. Да, посмотрели, да, хорошо, ну молодцы, хоть чем-то развлекли провинцию. А нам остается далее искать машинки на рынках, пока три конкурирующие фирмы маринуются со своими конкурирующими брендами.